Сегодня якутский боксер Василий Егоров будет бороться за золото чемпионата России по боксу, который проходит в Оренбурге. Напомню, спортсмен уже одержал победу в полуфинале соревнований. Против участника Олимпийских игр в Рио Василия Егорова выступал победитель прошлогоднего чемпионата страны и универсиады Батур Сагалуевец из Бурятии. Якутянин одержал победу по очкам во всех раундах. В финале, который состоится сегодня, против него будет биться еще один представитель Республики Бурятия Белик Галанов, на счету которого бронза, 3 серебра и 3 золота чемпионата России, а также второе место чемпионата Европы.